Не подходи, я спрыгну вниз! Стой там! Первым мне надо узнать, почему вы стоите на мосту, второй мне надо узнать, почему вы припарковали ваш транспортное средство именно так, и в третьем, что вообще тут происходит. Я больше не хочу жить. Меня все достало! Вы все меня достали! Вы все! Все это кто? Коррумпированные! Почему вы так считаете? Вы все воры! Мы воры? Что вы воры? Украли мои деньги, украли у меня все, украли будущее! Ну, если бы мы украли у вас деньги... Сейчас допью эту банку и спрыгну нахер с этого моста! Зачем? Понимаешь меня? Зачем? Да иди, все. Дай мне подумать напоследок. Да, а чё вы хотите поговорить со мной? Фас... Ладно, так уж и быть, подойдите ближе. Сэр, вы слышите? Да, да, вы меня. Да, да, слышу. Как вас зовут? Джон. Джон, очень приятно. Меня зовут Майерс. Ага. Джон, у вас есть мама, папа? Да. Знаете, у кого их нет? А? У меня. Знаете, в чем причина этого? Мою маму застрелила афроамериканец, когда она выставляла свою картину в галерее. Вот, он ей очень сильно завидовал, присылал нам письма с угрозами и говорил, что ее убьет. Офицер полиции вообще никак не реагировали на это и говорили, что мы ничего не можем помочь. Вот, так мы не знаем, где этот человек находится. А потом, однажды, когда моя мама выставляла картину в галерее, вот, он зашел с дробовиком на перевес и просто выстрелил ей в пузо. Он ее убил. Я лишился ее. Отец мне врал очень-очень-очень долго. Он говорил, что она убыла из штата, что будет домойна. Вот, она была из штата. И 3 года я жил в неведении. Вот, пока один раз на Рождестве не проговорился друг моего отца о том, что она погибла. И тогда я узнал, собственно, почему и что случилось. Это ужасно. Неделю назад я потерял отца, он был уже стар, и у него случился сердечный приступ. Ваши родители я как? Я вас понимаю. Это ужасно. Ваши родители как они поживают? Все хорошо. Они все даже хорошо. Не знают, где я. А почему так случилось? Да мы давно не общаемся. Сэр, не переживайте, мы просто ведем беседу. Можете ехать дальше. Мужик, доставай телефон! Для чего телефон? Пусть хотя бы заснимет последние мгновения моей жизни. Ну, а зачем вы решили уйти? Что у вас такого случилось в жизни, что я не должен здесь стоять? Да все гребаные таксисты, они забрали у меня деньги. У вас забрали деньги. Вы подавали заявление? Ничего я не подавал, я, блядь, а почему? Меня кинули! Вас кинули? Кто вас кинул? Друг? Все! Весь этот город! Ну смотрите, я вас лично не кидал. Ни на деньги, ни на чего. Веду. Да вы хотите меня кинуть, я вижу! На что вы? Такие, вы все одинаковые! Почему вы считаете, что все люди одинаковые? У вас да потому какой-то... что я уже убедился в этом лично. Все. Вы со мной знакомы? Да, вы же представились! Ну, только сейчас, верно? То есть раньше мы... Ну да, да, ну таксисты так же говорили. Обещали денег. Подождите, вам таксисты обещали деньги? Ну конечно, я на них работал 24 часа в сутки, весь день, твари. А получается у вас как, зарплата непосредственно идет в карман, когда вы подвозите человека, или вы даете в таксопарк? Да все забрали, все до последнего цента, твари, я потратил только, все потратил. Вот на банку пива хватило и все. Последнее, уже шестое во мне, это седьмая. Кошмар, если у вас не было деньги, то седьмая банка, ну, конечно... Да хорошо. Это просрочка какая-то, даже ненормальное пиво, слушайте, нормально не хватает ничего. О господи, вы еще пьете ненормально. Хотите у вас виски еще? У меня дома, кстати, есть. Дайте мне подумать. Можете отойти, я подумаю, что мне дальше делать. Вы меня это запутать хотите? Да нет, я не хочу запутать, я вам предложу... Вы хотите меня запутать? Как вы думаете? У меня есть виски, бурбон дома. Я купил бутылку, но знаете... Последние дни не возвращаюсь в департамент из-за того, что спасаю людей. Вам хорошо, у вас работа есть.
Ну, почему главное? Да хорошо. Хотите к нам устроиться? Какая? Вы что, шутите, что ли? Почему? Какая полиция? Аж, чуваки, чем вы хотите заниматься? Я не знаю. А что? Я проработал уборщиком 4 дня. Ну, это не ваше, явно. Это точно не мое. Это полное дерьмо. То есть люди могли... Вы куда полезли? Офицер! Сэр? Я падаю, да, блядь! Ё-моё. Давайте руку. Офицер! Чуть-чуть еще. Тяни, блин. Давай, спускайся. Отойдите. Я спущусь. О. Ну вот. А. Чуть не погибли, как вы? А. Вы как, не голодные? Голодные? А какой купон? На что? Подождите. Вот, вот, почитайте, там прямо на нем написано. Липстаур Медика. Бесплатная морская. Ух ты! Да, вот, видите. Можете взять это... мой, мне он, собственно, не пригодится, так что не переживайте. Вот, хотите, если вы не против, давайте я вас угощу, так скажем. Вы же не против? Да, 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 можно. Вы один сейчас это, патрулируете город? Да, вот, собственно, вас увидел и решил вам помочь. Ух ты! О, держите купюру. Я больше не хочу прыгать. Ну вот и молодцы, видите, как все хорошо. У вас есть теперь полноценная бедная машина, у вас есть $100 США, так что можете позволить себе. Не обязательно, конечно, чтобы это было выпивкой. А, выпить это хорошо, но знаете, выпить в компании еще лучше. У вас есть какие-нибудь друзья? Вы с кем-нибудь общаетесь? Нет. Вообще ни с кем? Да, с таксистами, которые меня киданули на деньги. Ну, собственно, не общайтесь с ними больше. А, да. Получается, вы любите только пить, правильно? Да нет, а я много чего люблю, там, есть, много пить, чего любите. На велике, ну, кататься. Вот. Подождите, вот вы говорите есть и пить, а почему вам не устроиться в какой-нибудь бар? Там работать надо, стоять в стенах. А вы не хочу хотите? В стенах. Не хотите в стенах? У вас клаустрофобия или просто, ну, закрытых пространств не любите? Я начинаю медленно с ума сходить, когда медленно долго в закрытом помещении. Так, пристегиваем вас тут. И вот так вот, отсюда, вот сюда. Офицер полиции далее закрывает дверь и возвращается к своему автомобилю с этой стороны. И непосредственно садится в автомобиль и двигается уже в департамент, но мы в департамент не проедем, мы поедем просто по городу. Музыку включить, оставить? Да как хотите. Ну, вы знаете, как, если что, так сказать, громкость, да, убрать? Ну, можно потише, вам, я не могу дотянуться просто. Отстегиваю вас, выходите. Угу. Пойдемте. Я немного шатаюсь, но... Ну, ничего страшного все-таки. Если вдруг начнете падать, скажите мне, я подставлю вам руку. Ну, окей. Вы, кстати, есть хотите, да? Да. Ну вот, сейчас и поедите, как раз таки угощу. Добрый день. Ой, здравствуйте, офицер. А не могли бы парню супчика налить? Угу, какого... Я умираю с голоду, что-нибудь поесть, что пожалуйста. Что вы хотите? Что-нибудь вкусного. Да, ну, это есть вкусного. Это рыбный суп, солянка, сырный суп. Вот, присаживайтесь. Я сейчас оплачу ваш заказ и подойду к вам. Офицер, ну, может, вам что-нибудь? Нет, нет, может... ничего не надо, спасибо большое. Вас, да, дайте. Вот, так что вы можете тут расслабиться, отдохнуть. Покушать, попить. Пристроюсь где-нибудь это. У меня машина, да, там на мосту куда-то. Не переживайте, я сейчас проеду и вашу машину эвакуирую на штрафстоянку. Вы сможете, ага, спокойно приехать и забрать. Окей. Вот, так что отдыхайте, восстанавливайте ваши силы, моральные, физические. Кушайте, очень приятного аппетита. А я поеду с вашей машиной, разберусь. Скиньте ее с моста. Меньше, да, проблем. Не надо. Да, я понимаю, но не надо.